Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 27 июля, и мы с вами нашу заболеваемость по коронавирусной инфекции за последние 4 дня анализируем. За это время у нас стало общее количество заболевших 889, а значит, за 4 дня заболело новых 21 человек. Выздоровело 572 человека. Это значит, что за эти, опять же, 4 дня выздоровели 44 человека. И вот мы уже видим фактически в ежедневном режиме, что количество выздоравливающих сейчас больше, чем количество заболевающих. Это первая приятная новость сегодняшнего дня. Умерших у нас нарастающим итогом 4 человека. И за последние 4 дня это еще один человек. На самом деле это все та же женщина, о которой я вам уже говорила, что она не вошла в официальную статистику. Но вот это опять о том же, что не надо торопиться впереди паровоза бежать и сообщать эту информацию вам, потому что потом еще собирался представительные органы собирались, еще раз анализировали и решили, что вот эту женщину, которая умерла у нас после инсульта, посчитали в том числе и в статистике от COVID-19. То есть вот про те 5 умерших, про которых мы все время с вами говорим, из них 4 вошли в официальную статистику умерших от COVID-19. И один человек, где причина смерти никак не связана с COVID-19, но тем не менее это заболевание было у человека на момент смерти. Итак, умерших 4. Таким образом, сейчас болеют 317 человек, и из них 42 человека госпитализировано, 35 в нашей клинической больнице и 7 в Нижнем Новгороде в Приволжском окружном медицинском центре. Вот в этой части всегда очень много вопросов. Почему те или иные люди лежат в нашей больнице, а не в Помце? Или наоборот, в Помце, а не в нашей больнице? Когда тяжелых переводят? С какими симптомами переводят? С какими не переводят, с какими выписывают, будет ли ПОМС принимать в августе наших больных, кого будет и кого не будет, и от кого и от чего это зависит. Вот этот огромный блок вопросов, он, собственно, не является моим хлебом. Я считаю, что это исключительно вопросы к медицинской службе. И я думаю, что раз такие вопросы у горожан накопились, то сотрудники клинической больницы подготовят на них ответ и официально передадут его вам, уважаемые наши горожане, через наши средства массовой информации, дадут какое-то объяснение. Я только от себя могу сказать, что маршрутизация больных и выбор методов лечения и места лечения в любом случае проводится по клиническим основаниям, она в любом случае обоснована, и койки и возможности есть у нас, и в том числе и у нас в Сарове хорошие есть, и в других городах, и у нас в любом случае больные, требующие качественного, хорошего лечения, без лечения не останутся. Вот в этом я уверена. А все остальное, вот эти подробности, клиницисты вам смогут потом объяснить. А сейчас мы видим, что свободный коечный фонд у нас стандартно более 50%. И это не важно, в каком именно месте они находятся, эти койки. И эти вопросы у нас тоже есть. Правда ли, что закрываются койки конкретно в таком-то здании, на таком-то этаже и так далее. Вот не пытайтесь вникнуть во все эти проблемы. Ими занимаются квалифицированные люди. Я только вас могу успокоить и сказать, что свободный коечный фонд, то есть те койки, которые предназначены для лечения больных с COVID-19, их всегда более 50% свободно сейчас, и они готовы принять людей. Но это не значит, что они должны быть заполнены, и еще и с легкими формами нужно обязательно укладывать в больницу. Знаете, как говорят, дома и стены помогают. Если заболевание проходит легко, то медики, конечно же, не настаивают на госпитализации и правильно делают. Правда, при этом у нас увеличивается количество контактных, потому что те, кто живут с больными, они попадают в число контактных. Я уже много раз говорила и продолжаю говорить и дальше, потому что такие ситуации возникают. Если есть возможность куда-то отселить либо контактных, либо самих больных, проходящих лечение на дому, это, конечно, нужно сделать. Во-первых, для того, чтобы контактным не заразиться, да, для того, чтобы было меньше людей, которые высажены и привязаны к этому месту, не могут никуда выходить под постановление
заболеванием, попадают под обязательное наблюдение медиков, и их же проверяет еще и полиция. Поэтому, если такая возможность есть, ей, конечно, нужно пользоваться. Много вопросов по поводу того, что, допустим, выписывают уже человека из больницы, потому что ему стало легче, и он долечивание будет проходить на дому. А родственники говорят, мы не можем его взять по тем или другим основаниям, потому что либо ухаживать некому, либо у нас много слишком контактных, либо те, кто остаются контактными, могут от него заразиться, а мы в группе риска. Вот эти вопросы все решаются именно таким образом, что сначала вы решаете это все с клиницистами, если у них есть возможность и есть понимание того, что человека можно оставить в больнице, значит, вы это обговариваете с медиками. Дальше вопрос исключительно к родственникам. Каким образом, на какой площади, вплоть до съемной квартиры, все что угодно, можно оставить, значит, привезти куда-то нашего родственника и долечивать его дома, ну, либо быть с ним дома и понимать, что тогда вы на 2 недели как минимум попадаете под контакт и находитесь дома. Вот про контактных сразу еще скажу. У нас еще плюс 207 человек на сегодняшний день, которые находятся на карантине под наблюдением. И здесь у нас вот как раз из контактных в последнее время очень многие люди переходят в больные. То есть контакт близкий дома. Дезинфекцию, естественно, там в ежедневном режиме никто не делает, несмотря на проветривание. Вот эти близкие домашние контакты как раз приводят к тому, что заболевают. Особенно дети. Дети очень близко общаются всегда с родителями, не соблюдают мер профилактики, забывают, что где-то нужно там руки помыть или еще что-то там, и в рот их, и все такое. Поэтому детки чаще всего заболевают среди контактных. Но, тем не менее, вот на что еще хочу сориентировать ваше внимание. Вот только последний выходной у нас опять была такая ситуация. Значит, заболела женщина, мы никак не могли понять, где она заразилась. Она говорит, что не общалась со своим мужем и только переносила ему в маске продукты покушать. Думаем, как же так? Вроде все, если верить на слово, не могла бы заразиться. Но потом все объяснилось, и все, товарищи, очень просто. Вот обращайте на это внимание. Дальше мужа госпитализируют, и она говорит: я ж не могу бросить дома, у него осталась собака, с собакой же нужно гулять. И она переезжает в эту квартиру, не проведя там дезинфекцию. И, конечно, контактным путем заражается. То есть она напрямую не общается с больным, но она въезжает вот в этот вот очаг. Вот как если бы мы говорили с вами про больницу, мы бы сказали, в красную зону вошла. То есть, не сделав там генеральную уборку и не проведя дезинфекцию, въехав в эту квартиру, она подвергла себя опасности, и она действительно заболела через короткий инкубационный период. Поэтому, вот понимая это, не забывайте про дезинфекцию и не забывайте, что на бесплатной основе мы сейчас квартиры, где есть больные, предлагаемы всегда, кстати, многие отказываются, но есть такое предложение, значит, раз есть предложение, наверное, будет и спрос, не забывайте, что вы имеете право на то, чтобы после того, как больной квартиру покинул, провести там дезинфекцию, прежде чем туда въедут здоровые люди. И хочу еще сказать, что у нас охват тестированием по-прежнему в пересчете на 100 тысяч населения за последние 7 дней, он всегда рассчитывается стабильно, больше 260. Наверное, поэтому я всегда так говорю, что раз охват тестирования такой большой, поэтому и выявляемость такая большая, и много людей со стертой клиникой, которые бы не попали в наше поле зрения, не будь вот такого большого охвата тестирования. Дополнительно хочу в свете нашей ситуации по COVID-19 сказать, что окончательно принято решение о том, что летняя оздоровительная кампания 2020 года в загородных, как раньше говорили, пионерских, или, как сейчас говорят, лечебно-оздоровительных учреждениях не состоится. То есть Березка, Лесная Поляна, Гайдар работать не будут. А вот все, что касается городов и населенных пунктов, ну, во всяком случае, вот у нас в Нижегородской области, то принимается решение о том, как можно малыми силами все-таки занять детей. Ведь многие вышли на работу, родители, и не могут уделять должного внимания детям. Сейчас рассматривается вопрос о том, что будут такие группы, которые собираются в условиях наших дворовых площадок,
предприятия, организации наши доп. Образования, которые работают на базе клубов детских, с тем, чтобы как-то организовывать детей. И тогда, при том, при всем, что наши дети и так гуляют, и так по дворам бегают, хотя бы они будут с некоторым таким вот надзором со стороны взрослых педагогов, которые помогут им и вовремя мер профилактики соблюсти, и у них будут с собой Д-средства, и у них будут какие-то дополнительные предметы, и в том числе использование каких-то малых архитектурных форм на улице, с тем, чтобы занятие детям было более интересно. Хочу сразу сказать, чтобы вы не волновались, мы наметили, что весь персонал, который будет с детьми, предварительно будет протестирован, то есть, в свою очередь, эти педагоги у нас детей не заразят. И еще одна тема, которую хотелось бы осветить сегодня, это празднества, которые ждут нас, серафимовские наши празднества, которые ждут нас в Дивеево. Вы знаете, что с 24 июля был снят карантин с села Дивеево. Готовятся большие, как всегда, праздники и, как всегда, огромное количество паломников из разных мест хотят приехать в Дивеево. В связи с этим, учитывая ситуацию по коронавирусной инфекции, выступали и митрополиты, выступал наш нижегородский митрополит Георгий, который тоже сказал, что будет организована трансляция праздничных богослужений на телевидении, в том числе их будут транслировать и федеральные каналы. Поэтому те особенно люди, которые относятся к группе риска, это люди в возрасте, это люди с сопутствующими заболеваниями. Я считаю, что сюда же нужно и взять детей, которые имеют хронические заболевания. Я думаю, что им в первую очередь нужно взять этого внимание и не посещать эти празднества очно, а использовать наши возможности сейчас вот телевизионные с тем, чтобы быть приближенными к этим празднествам, слышать и видеть все, что там происходит. Известно уже, что набрали много волонтеров, которые будут помогать в Дивеево все это делать и организовывать все эти мероприятия, которые будут проходить на улице. Ну, с ними будет проходить своя работа, и там Роспотребнадзор местный, включая администрацию Дивеевскую, обещали, что будут следить за тем, чтобы все-таки меры профилактики соблюдались. А всем нашим остальным горожанам я хочу сказать, что, наверное, все-таки еще не время для того, чтобы активно выходить на массовые мероприятия, даже если они проходят на улице, хотя погода сейчас хорошая. Вы видите, что мы с вами вышли на достаточно хороший уровень. У нас идет некое снижение заболеваемости. Мы видим, что у нас нет сейчас всплесков, у нас нет новых очагов и новых случаев групповой заболеваемости. И я думаю, что это сделано, что все это происходит не просто потому, что время подошло, не просто потому, что солнышко выглянуло, а потому что работаем мы совместно с вами, мы вам предлагаем меры и говорим, как это сделать, а вы это выполняете, и благодаря всему этому вот мы выходим на такой уровень. Поэтому вот на этой приятной ноте я желаю, чтобы и дальше заболеваемость снижалась, я желаю вам всем здоровья, желаю всего самого доброго, до свидания.